И всем привет, ребят, с вами Строванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем играть на новом устройстве, на нашем основном аккаунте. Я уже записал видос на своем мега-донате, где получилось довольно-таки неплохо реализовать новое устройство. Это устройство на Гром, адаптивная перезарядка, которая с каждым выстрелом увеличивается в скорости, но мне сказали то, что я немножечко неправильно понял работу и механику этого устройства. И мне сказали, что нужно не только точно попадать, но нужно также наносить сплэшом урон по противнику, дабы скорость нашего снаряда, скорость перезарядки увеличивалась. Ну и мы попробуем вместе с вами сегодня все это дело реализовать. По сути, это будет моя вторая игра на этом устройстве. Поэтому, если вам нравится тест новых устройств из танка Фанда, то обязательно поддержите данный видос лайком. Ну и если вдруг не подписан на канал, то обязательно тоже не забывайте подписываться. Сыграем мы сегодня на Викинга Громе. Я думаю, что Викинг идеально подходит для реализации именно этого Грома. И сыграем мы вместе с вами в таком режиме, как осада. Именно в осаде есть возможность накидывать урон сплэшом. И посмотрим, насколько будет эффективен новый гром там. Также я поразмышляю, лучше ли этот гром, чем, например, те же вакуумные снаряды. Ну, либо же гром на дальность, да. Есть ли смысл в использовании этого грома, потому что, по сути, все очень долго ждали именно обзор на это устройство, и большинство считает, что именно это устройство является самым крутым, самым актуальным из этого танкового киберспортивного танка Фанда. Но я считаю, что все-таки это, наверное, не лучшее устройство, есть устройство куда интереснее. Это те же пульсарчики на твинсы, на смоке, которые могут показать, как по мне, очень и очень достойный результат. Но посмотрим, что сейчас покажет наш замечательный гром в осадочке. В принципе, чтобы сплэшить, можно было бы запикаться не только в осаду, но и как раз-таки в СП. Так, я быстро меняю чувствительность, потому что чувствую, что что-то не так. Ну и к Викинга Грому у нас сегодня дополнительно имеется замечательный дрон. Это дрон Кризис. Так, ну что, поехали. Точка первая есть. Стараемся сплэшить, стараемся накидывать урончик по противнику и смотрим, фиксируем скорость перезарядки нашего грома. Ой-ой-ой-ой-ой, подождите. Ага, я попал по двум сразу с плэшом. И там был прям, ну, грубо говоря, моментальный выстрел следующего грома. Опачки, это очень интересно. Это очень интересно. Так, смотрим. Давайте, раз, два, ага, да, все, понял. Так, ну это может быть машина-убийца на сплэше. Это может быть лютая машина-убийца на сплэше. Так, давайте, оп, два танчика. Оп, и добавочка сразу сверху. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте поздороваемся со всеми ребятками. Ну, блин, ну это по ощущениям очень круто может смотреться. Надо, чтобы только больше противников в кучку съезжало. Тогда интерес может пойти куда жестче. Так, ну вот видите? Видите, насколько начинает ускоряться гром в перезарядке? Ептить. Так, а если поймать тайминг? Блин, на ней сейчас точку захватит, конечно. Плохо, печально. Но при сплэше оно работает намного жестче, чем при попадании просто в одного противника. Я понял. При попадании в одного противника у тебя плюс 33%, в двух это уже 66%. А если в трех, то у тебя получается вообще моментальная перезарядка, что ли, это устройство становится. Но оно даже при сплэше в два танка уже становится очень быстрое. Так, давайте попробуем поражать овердрайв. Попробуем что-то накинуть.
Да. Это работает именно так. Я был немножечко неправ. В том смысле, что я думал, что при попадании просто каждого выстрела ускоряется. Оказывается, здесь надо еще и сплэшить. И если сплэшить жестко по противнику, то есть как раз-таки возможность полноценной и быстрой накидкой уничтожать противника на постоянной основе. Так, вот так вот, да? Да, вот так вот бэмсим. Так вот добавляем. Аккуратненько. Главное, конечно, это просто кемпить. Чтобы по вам особо сильно не накидывали. Чтобы у вас была возможность на, как говорится, дистанции по противничку здесь накидочку оформлять. Так, но надо также не забывать, чтобы противник на кучку съезжался, чтобы было чуть побольше противничков в одном месте. Так, давайте попробуем сейчас здесь вот придумать. Интересно, если я с плашом буду давать, у нас ускорение тоже, да, должно, по идее, увеличиваться. Если я с плашом просто буду накидку давать по стене, и потом буду разгонять свой выстрел. Идея, это тоже должно работать. Так, давайте просто на дашечку сейчас аккуратно перещелкнемся. Ага. Ага. Только сплэш по ощущениям какой-то небольшой. Я, может быть, сильно привык к вакуумным снарядам, но есть такое ощущение, как будто не такое большое расстояние сплэш урона. Так, вижу противников вместе. Неподалеку стоящих друг от друга. Пробуем по ним раскрутиться. Пока еще есть купол. Так, есть еще неприятная вещь в виде шарика. Так, но противник особо сильно не кучкуется, конечно. Если тут бы на кучу ловить, то было бы, конечно, еще жестче. Так, очень много тайминга, когда я стреляю именно по одному противнику. Но в целом все равно выглядит очень прикольно. Выглядит очень необычно, я бы сказал, необычно. Вакуумные снаряды, конечно, по ощущениям все равно сильнее, чем это устройство, но необычность этого грома как будто тоже, знаете, повышает интерес к этому устройству. Ну и, в принципе, даже если накидывать по одному противнику на постоянной основе, у вас уже в два раза быстрее гром с перезарядки стреляет. Ептить, боже, такая машина-убийца, когда два танка рядом стоят. Это два танка рядом стоят. А если стоят рядом 3-4 танка? То есть вы можете вообще просто там на нереально быстрой скорости надамаживать противника. Блин, ну это интерес. Это интерес. Это интерес. Это очень интересно. Надо будет потестить, например, гоночку какой-нибудь вооружений с этим устройством. Сравнить, может, с какого-нибудь, с каким-нибудь вакуумным снарядом. Либо же попробовать вообще записать несколько таких громов. Несколько таких громов в группе. Посмотреть, что из этого получится. Насколько это будет актуально. Оп, оп, оп. Хорошо поймал тайминг. Давайте побыли вместе. Но единственное плохо то, что у нас команда особо сильно не контролирует противничка. Это, конечно, не есть хорошо. Так, конечно, прикольно, прикольно. Так, 33 килла у нас есть. Был быстрый выстрел с перезарядки второй. К сожалению, не попал. Да, в половину, грубо говоря, у нас быстрее перезарядка. Если накидывать по одному противника. Ну, там 33%, ну, так оно выглядит, как будто половина. Но 66% это вообще интересно. 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 7,5 минут. Еще полбоя у нас остается до конца. 35 киллов у меня уже есть. Ну, и было бы, конечно, неплохо, если бы сейчас бы тиммейты вдруг, либо противники начали все ехать на точку, прям, знаете, кучей, кучей, кучей наваливать на нее. Это было бы, конечно, неплохо. Это было бы очень неплохо. Пока одиночные заходы, знаете, как будто противник специально не хочет подставляться в большом количестве.
чтобы не получать большого количества урона по себе. У меня складывается такое впечатление. Так, ну, при двух противниках рядом уже разгоняется это устройство нереально жестко. При двух. Только при двух, вы понимаете? Только два танка, и оно уже на ускорении жестком. Так, а если ловить просто по 3-4, если противник бы так бы ехал, то тут бы вообще бы лютейшее мясо бы происходило. Там бы уже бы надо было бы задумываться о том, чтобы противник как можно дольше жил, знаете. А то, когда он живет не особо долго, то у вас как бы все удовольствие быстро заканчивается. А когда есть... О! Блин, сбили прицел. Там неплохой разгончик пошел. По ощущениям. Неплохой. Оп. Неплохо. Но уже даже по двум оно уже чувствуется. По двум противникам уже чувствуется, что у вас немножечко другая ситуация становится. С вашей пушкой надо будет попробовать потестировать еще с другими дронами это устройство. Смотреть, как оно будет себя показывать с другими дронами. Оп, разгончик, хорошо. Есть контактик. Ну, прикольно. Мне нравится, честно. Мне нравится. Я просто на мегадонате немножко неправильно реализовал, получается, это устройство. Оказывается, оно намного лучше, чем я думал. Еще круче, чем я мог себе предположить. Это очень круто. Но под него нашего противника играл. 50 киллов у нас есть уже. 50 киллов. 50. Крутяк. Так, давайте попробуем еще покидать. Может, мне вообще шире где-то взять, чтобы противника было на куче больше. А тут как-то они так особо сильно не кучкуются. Тут так по ощущениям только по одному танку накидка идет. Мне бы, знаете, поймать какую-нибудь линию крутую. Крутую линию. Поймать. На накидочку. Тогда было бы, наверное, вообще бы супер интересно. 1000 очков у нас уже. По идее, здесь можно на полторашку выходить. На полторушечку можно выходить. От грома, при том, что резистов тоже не так мало, если честно. И мы тут можем на полтора выйти. Крутяк. О, два танка. Только я не понял, почему там 0 урона залетело, но скорость перезарядки не увеличилась. По идее, если закидываю я урон даже по нулячке, да, по нулевому даже урону, по идее, скорость все равно должна увеличиваться. Моментальная перезарядочка. Оп, хорошо. Не, ну когда два с плышом стоят, это жесть. Это прям очень приятно. О, есть возможность поймать. Отлично. Раз, два, три. Ага. С нулевым уроном, короче, не работает, я понял. С нулевым уроном, оказывается, не работает. Хотя, по логике, по моей логике, да, с нулевым уроном это все дело работать тоже должно было. Но, как вы видите, с нулевым уроном, к сожалению, не работает. Не работает. Ну ладно, в любом случае очень-очень неплохо для старта. Для старта очень неплохо. Можно накидочку оформлять. Так, 3 минутки у нас до конца остается. Попробуем что-то здесь еще докидать. На полторушечку хотя бы. На полторушечку удастся долететь, то будет шикарно. Будет шикарненько. Так. Попробуем, давайте раскрутиться сейчас базы противника. Ну, тут с плышом особо не поймаешь. Да? Есть контактик. Драйв. Попробуем сразу под раздачку сыграть. Ну, здесь меня быстро уничтожают. 2,5 минуты до конца. 2,5 минуты до конца, 66 киллов. 66 киллов. Ну, неплохо. Честно, неплохо. У меня есть даже сомнение, что я бы, например, на вакуумных снарядах здесь столько киллов не сделал. Кому очень интересно будет сравнить с вакуумочкой все-таки это устройство.
Бля, ну когда вот по двум начинаешь стрелять, ну это все, это жесть. Вот по двум и больше, когда начинает лететь урон, это уже совсем другой гром. Совсем. То есть у этого грома сразу кондиции меняются в лучшую сторону. А если там три и более, то по ощущениям еще интереснее начинает все работать. 7 скиллов, но 3, видите, не кучкуется, 3 противника. Рез, конечно, вражеский сейвит прям точку очень сильно. За счет крутых шаров под тайминг, когда наши тиммейты пытаются захватить точку. Кстати, с Аресом, мне кажется, это устройство тоже может очень круто смотреться. В любом случае, напишите, с чем вы бы хотели бы увидеть это устройство. И на каком, возможно, корпусе. Либо в виде гонки вооружений, например. Будет интересно почитать, потому что есть возможность попробовать все это дело пореализовывать. Можно и с другими дронами попробовать пореализовывать, например, с каким-нибудь кемпером. Потому что выглядит, что это довольно кемперское устройство. Поэтому я думаю, что есть возможности и вариации очень разной реализации этого замечательного грома. Так, ну и по ощущениям еще одного овердрайва у нас уже не будет. Но у нас есть возможность заехать к противнику здесь сбоку. Но, блин, меня убивает. Там как раз 3-4 танка в одном месте стояло. Была бы возможность хорошей такой плотненькой накидочки. Давайте попробуем еще разочек. Может, меня все-таки сейчас не уничтожат. Ну, залечу и пробую. Видать, есть два танка рядом. Блин, ну меня сливает смока в бочину, к сожалению. Ну и 73 килла, 1400 практически очков. Это без контроля центрального овердрайва и без полного вообще абсолютно контроля точки в осаде. Ну и противник на аресе набил почти полторушку. То есть, грубо говоря, в осаде, если бы я здесь играл бы не с викингом, а с аресом, то можно было бы попробовать еще жестче реализовать это замечательное устройство. Но в целом очень прикольно. Очень прикольно, если понимать, как оно работает и за счет чего можно им выезжать на более комфортные условия. Поэтому я считаю, что это лютейшая сплэш-разгонка. Сплэш-разгонка устройства, которое может за счет трех и более танков, да, рядом стоящих, может вообще сбривать моментально. Просто моментально. Прикольно. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если он вам понравился. Не забывайте также подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег — это тег TeamP. Устраивайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше. Вся инфа в описании по этому поводу имеется. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.